Иван Иванович Ползунов – эта личность является одной из самых известных у нас на Алтае. И с одной стороны, мы знаем про него много, а с другой стороны, достаточно мало. Родился он в Екатеринбурге в семье солдата 2-й роты Екатеринбургской. Собственно говоря, тогда Екатеринбургу-то было всего несколько лет от роду, он только был основан. И вот Иван Алексеевич Ползунов впервые 18-летним солдатом туда прибыл, где у него родился сын Иван. Причем мы даже не знаем точную дату и год рождения Ивана Ползунова. В 19-м, в начале 20 века считалось, что Ползунов родился в 1730 году. Сейчас такой датой официальной считается 1729 год. В 40-е годы 20 века датой считался 1730 год. И это связано с тем, что вот точной даты не указано, и известный автор самой известной, пожалуй, книги про Ползунова, Данилевский, он неправильно прочитал документ, где было написано: Иван Ползунов, механический ученик, от роду 14 лет, в службу вступил в 1742 году. Здесь важно, где поставить запятую, потому что если ему от роду было в 14 лет, да, вступил в службу, то это 42 год. Да, а если считать по документу, то это 44. Вот так два года и различалось. Но, тем не менее, сейчас официальным годом основания считается 1729 год, хотя здесь тоже еще есть многое, что изучать. Иван Ползунов в 1736 году поступил как раз вот 7-летним или 8-летним школьником, ну, мальчиком, поступил в школу екатеринбургскую, где изучал, поступил он в третий класс, потому что раньше классы были в обратную сторону, третий, второй, первый. И вот это его первое обучение, он получал жалование. Первое его жалование составляло 2 рубля 80 копеек в год как раз за учебу в школе. И достаточно быстро он пошел в гору. Учителя отмечали его и любознательность, и грамотность. И буквально за 2 года он прошел 3 класса. Закончил так называемую словесную школу и перешел в арифметическую школу, а затем и в школу знаменования или в школу черчения. И в 1742 году, уже изучивший арифметику и тригонометрию, он был отдан в службу главному инженеру, межевщику уральских заводов, где начал изучать чертежное дело. И, собственно говоря, считается, что, ну, в документах, что с этого времени, с 1742 года, он и начал служить на заводах. Достаточно удачно служить. Но в ноябре 1747 года в Екатеринбург приезжает будущий, ну, уже тогда назначенный начальник алтайских заводов, Колывана, воскресенских заводов, Андрей Бейер, который набирает команду сюда, на Алтай, развивать горное дело, серпловильное производство. Он ищет, ну, это называется должность Гиттеншребер, на самом деле это такой заводской писарь, тот, который смотрит, сколько заложили руды, сколько получилось металла из печи выходит, то есть не творческая работа, и, конечно, уже он хотел другого человека, ходит там мнение, что вот Бейер уже тогда обратил внимание на гений будущего изобретателя, нет, как раз Бейер был против этого 17-летнего подростка, он хотел более опытного, но ему дали вот этого механического ученика, как тогда называли, и 3 февраля 1748 года Иван Иванович Ползунов приехал в город Барнаул, тогда это еще был поселок Барнаульского завода, только-только здесь начиналось серпловильное производство, причем служил он вместе с племянником Андрея Бейера, генерал-майора Андрея Бейера, его племянником Яковом. Должность Ползунова здесь была совершенно не связанная ни с творчеством, ни с изобретательством. Он
долгое время, какое-то время служил на Барнаульском заводе, где, собственно говоря, просто отмечал, сколько заложили руды, сколько вышло. Потом его отправили на Иртыш, на Чарыш, на Кабановскую пристань, на Красноярскую пристань. Он занимался перевозкой руды. Ну, совершенно не творческая деятельность, совершенно, так скажем, не предполагала каких-то изобретений. Затем поехал, он служил в Бийске какое-то время, на Колывано-Воскресенском заводе. И вот только в 1762 году он, наконец, вернулся на Барнаульский завод. Здесь у него был дом, он купил себе дом. Сюда приехала к нему мать. И, судя по документам, с матерью, конечно, у него были очень трогательные отношения. И на современной Пушкинской улице, тогда называлась Иркутская, он построил себе дом в районе площади Спартака. Вот здесь как раз начинается интересный сюжет. Почему? Потому что в 1761 году на Барнаульском заводе впервые появляется библиотека. Андрей Иванович Порошин, новый начальник завода, когда вернулся сюда в Барнаул на Алтай, он привез с собой первую библиотеку, где были в первую очередь горнозаводские книги, книги по металлургии. И всем офицерам Андрей Порошин приказал, всем офицерам, а Ползунов тогда еще, ну, в общем, он уже имел унтер-шехмейстерский, унтер-офицерский чин, он приказал всем офицерам читать книги, и те, кто не будет читать, прям было приказано в звании не повышать. И Александр Ган, первый заведующий нашей библиотеки Барнаульской, когда к нему поступил запрос, кто же больше всего читает, кто же больше всего интересуется книгами, он отмечал именно Ивана Ползунова, который берет книги. Особенно Ползунову понравилась книга Ивана Шлаттера 1760 года издания. Иван Шлаттер — это был президент Берколлегии. Он впервые написал книгу о рудном деле в России, где отдельный раздел, на самом деле очень небольшой раздел, там было всего две иллюстрации, где отдельный раздел был посвящен паровым машинам. И вот с 62 года по 63 год Ползунов, штудируя эту одну единственную книжку, заинтересовался этой тематикой. Ну и чтобы было понятно, это то же самое, что вы бы сейчас посмотрели, да, модель самолета, да, мы бы посмотрели и создали самолет. Поэтому здесь он заинтересовался английской машиной, паровой машиной, которая была там опубликована, и решил сделать здесь свою модель. И в 1763 году он действительно представил весной 63 года эту первую свою модель. Она еще была по характеристикам очень небольшая. Надо сказать, что горное начальство и тот же Иван Порошин и другие немецкие специалисты, которые здесь были, они сразу достаточно высоко оценили это изобретение. Они отправили чертежи не кому-нибудь, а самому Ивану Шлаттеру, тому самому автору книги, по которой работал Иван Ползунов. Шлаттер, посмотрев чертежи, признал, что это отдельное изобретение, это не просто копия английской машины, это изобретение, но он, даже Шлаттер, не понял основную идею Ивана Ползунова. Ползунов писал в своем рапорте, чтобы огненное руководство пресечь. Что это значит? Отказаться, водяное руководство пресечь, отказаться от водоналивного колеса, потому что печи, мехи, которые подавали воздух в печи, они действовали от водоналивных колес, и это было уже десятилетиями. И так было во всей Европе, не только у нас, но уже начинают появляться паровые двигатели, которые использовались в Англии как насосы, и только насосы. А Иван Ползунов предложил все-таки к этой паровой машине присоединить мехи, которые подают воздух в печи. Но Иван Шлаттер даже этого не понял, он решил, что хорошо, эту машину можно использовать как насос, чтобы качать воду, которая будет литься на колеса, и они будут крутиться. То есть это действительно для того времени идея Ползунова была революционной. И Иван Шлаттер отправил ответ в Барнаул, сказав, что да, можно строить такую машину, указав некоторые замечания. И кабинет принял решение выплатить Ползунову за это изобретение 400 рублей. 400 рублей в год, если учесть, что у Ползунова годовой оклад был 84 рубля, да, это очень большая сумма.
Но выплатить ее должны были только после того, как он построит машину. Когда пришло решение кабинета и вот эта рекомендация Шлаттера, Ползунов уже изобрел второй макет своего двигателя, своей паровой машины. Он многое там изменил, усовершенствовать. Она была уже более мощная. И кабинет принимает решение, и у нас здесь в Барнауле принимается решение, строить уже по второму макету, более мощную. И Ползунов, иногда считается, что он строил на Барнаульском заводе. Нет, ему отдали бывший стекольный завод, который был примерно в 2 километрах от современной, ну, Демидовской площади, да, от Барнаульского завода. Этот стекольный завод тогда уже не действовал. И вот там Иван Ползунов начал строить свою машину. Он просил 76 человек работников, ему дали 8. Он просил прислать с Урала чугунный котел, ему не дали, это очень дорого везти, сказали, делай медный. И тем не менее Иван Ползунов начал делать машину. И к декабрю 1765 года машина была готова. Но не было еще ни печей, ни мехов. И в декабре собрались все начальство, Ползунов, для того, чтобы задуть машину, задуть этот огромный котел, а котел был размером вот с эту комнату. Котел был действительно огромный, и он начал работать, и поэтому посчитали, сколько будет дутья, и решили, да, машина действует, можно строить уже мехи. И вот эти мехи, которые придумал Ползунов, машина, в которой стояла, ну, здание, в котором стояла эта машина, по современным размерам, это было 5-этажное здание. Чтобы понимать, насколько для 18 века это вообще грандиозное было строительство. Это была зима, он строил, да, эти механизмы. И к весне 1766 года уже машина и мехи были построены. Но 18 апреля 1766 года впервые Ползунов попросил отставки, поскольку, ну, как он пишет, пошла горлом кровь, поскольку у него началась чахотка. И так получилось, что Иван Иванович Ползунов неделю не дожил до пуска своей машины. Он умер за неделю до пуска, 16 мая 1766 года, как раз от чахотки. Но надо сказать, что как только он почувствовал себя нездоровым, ему горное начальство выдало те 400 рублей, не дожидаясь постройки. Машина была пущена сначала в мае мехи, а уже за лето построили печи. И уже с августа 1766 года машина была запущена, но действовала только 17 дней. Почему? Потому что оказалось, что в этой далекой глубинке, первое, не было пробкового дерева, пытались использовать березовую кору для уплотнителя, но она не долговечна. А самое главное, случилось то, о чем говорил Ползунов. Прогорел котел, начала течь котла, и машину остановили. Таким образом, вот это великое изобретение действовало всего 17 дней, дало прибыли 11 тысяч рублей, на машину было израсходовано 5 тысяч рублей, и после этого машина была заброшена, а в 1782 году вообще разобрана. Но при этом нельзя думать, не стоит думать, что Ползунова забыли. На протяжении всего 19-20 века о нем помнили. В 19 веке была сделана модель машины Ползунова, которая сейчас стоит в Краеведческом музее. Она даже экспонировалась на Нижегородской ярмарке. После этого и в 19 и в 20 веках издавали книги, посвященные Ползунову. А в 1949 году улица Республик была названа именем Ивана Ивановича Ползунова. Сейчас это улица Ползунова. И примерно тогда же Колыванский камнерезный завод был назван именем Ползунова. Поэтому имя Ползунова звучит в Алтайском крае. И, конечно же, это великий изобретатель, который сделал совершенно не привычное, необычное для России того времени, грандиозное сооружение, изобретение, которое зиждется на знаниях английских инженеров, но это абсолютно самостоятельное российское изобретение.